Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем нашу мрачную историю. Подзагрузочка. Я признателен, мистер Дюмен. Это звучит прекрасно, но... Я не... Не хочу грубить, но... В чем подвох? Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Я пришлю машину после обеда, в 4. Ждите. После обеда? На съемке нужно дня 2. Дергать команду на выходных – гиблое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Мы... Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да, конечно. Мы за. Я приведу. Обещаю. Все будет. Вы от мистера Дюмета? Мы... Ага. Грузимся, народ. Как, наверное, здорово разговаривать с темным стеклом. Прости. Ага. Ладно. Это просто лампа, которая тебя украшает. Можем не брать. Хочешь? Все будет отлично, но правда. Авантюра. Веселье. Ну чего? Погнали! Ура! Юху! Отчаянно веселятся. Ура! Юху! В перчаточках водитель. Куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай. Топику. Именно. Я... Без гроша в кармане, телефон сдох, и мы застряли в сраной топике. Я ни при чем. Да только ты и при чем. Правда, потому что головой думать надо. Так, ладно, Чарли, что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим Гэга Холмсом. Явно в здравом уме. Мы едем в дом, который он унаследовал от родственника. Вот тот был одержим Холмсом. Часть комнат полностью копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи. Документы, артефакты. Я же сказал, это спасет шоу. И я не преувеличиваю. И это точно не вранье? Просто поверь мне. Простите за секретность, но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной раскрыть сведения о моих личных делах или привычках. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной. Я требую конфиденциальности. Я настаиваю. Что ж, он тут хозяин. Для нас это большая удача. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники — это фигня. Ладно. Ради шоу. Обещаю, вы не пожалеете. Прям как в топике. Они так кринжуют с этой топики. Если этот чувак такой богатый, где прислуга? Он нам поможет? Ага, ясно. Не проблема. Спасибо, друг. Не напрягайся. Козёл. Ладненько. Что теперь? Хорошо бы начать снимать озеро и общий план. Ага, только не в таком тумане. Вон, сверху вид будет лучше. Там, правда, повыше. Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Марк, это полный бред. Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно там. Ну, удачи.
Идем. Они все в таком каком-то настроении не очень радостном. Пойдите так, нажмите, чтобы подняться здесь. Где? Вот тут, ага. Какое-то упадническое настроение у ребят. Некоторые занудствуют немного. Так, ну погнали, мой черный брат. А мы можем, типа, быстрее? Эй, народ, вы где? Идем. ЛБ. Странно, обычно это на Р. Кошмар, как громко. Его издалека должно быть слышно. Да, в теории я это знаю. О, план не сработал. Ничего, найдем обход. За мной. Ты там хочешь что-то почитать? Жизнь за хороший кадр? Ага. Не вижу ничего опасного. А знак, что можно упасть в океан? По-моему, довольно опасно. Да ну брось, им просто положено что-то такое писать. Ерунда это. А я не согласен. Опасность обрушения горных пород. Местные скалы... Скальные породы, подверженные разрушению, могут неожиданно обвалиться в воду. Тут вообще все разрушено, так что можно было и не предупреждать. Какой дурак сюда полезет. Так. Слушай, Марк, обойти? Я хотел сказать спасибо за поддержку. Какую? Что, за эти съемки? Да за все сразу. А то кое с кем бывает трудно. Иногда. А он там пролез. Ладно, без разницы. Джейми и Кейт ни за что бы не согласились без тебя поехать. Я подумал, последний эпизод был говно, так что надо работать. Ясно. Ну да. Типа того. Такие скалы, знаете, интересно, они как будто вот стесаны, да? Ладно. Нет. Если честно, мне просто хотелось побыть здесь, вдалеке от остального мира, чтобы слегка сбавить темп, привести мысли в порядок. Сбавить темп? Зачем это надо? Да просто расслабиться. Мне этого не понять. Вот здесь, смотрите, как будто срезы, да? Так странно. Тоже вот тут. Прям ровненько так. Ладно. Какая-то надпись. Пойдем-ка полюбопытствуем. Сильный был шторм. В память о жертвах страшного шторма 1 мая 1907 года в этот день погибло 187 членов экипажа и пассажиров парохода Кассиопея, разбившегося о скалу внизу. Жесть. Куча народу. Чтобы прыгнуть? Куда? Ну, он мне показывает. Так, мы там с тобой были, да? Угу. Немножечко такой угрюмый, да? Видочек. Скалы, вот какая-то такая атмосфера. Это как такая дрянь образовалась в решетке? Так, используйте, чтобы направить луч света. Кстати, когда закончим, я съезжу на пару недель к родным. А как же монтаж? Мне нужно твое внимание к деталям. У меня сейчас и так куча проблем, Чарли. А, да, ладно, поезжай. Возьми пару недель. Разгрузи голову. Спасибо. С монтажом я справлюсь. Сделай, как я. Возьми отпуск. Тебе есть кого навестить? Ну, так.
Никакой миссис Лонет не завалялась случайно нигде? Женат на работе. Женат на работе? И как идут дела в браке? Если сравнить с реальным браком, весьма неплохо. Женат на работе. Ну, что многие эти трудоголики так говорят? Что смешного? Они реально, ну, если трудоголики, то убиваются в работу. Крики чаек, знаете, какое-то такое. Скалы эти. Вороны. Боже, что это? Манекен стоит, типа, отдыхай. Наверное, часть старой экспозиции. Ой, я вздрогнула. Да, скорее всего. Нельзя же так пугать людей, ты вы что? Обкекаться можно. Зачем здесь манекен вообще? С какой целью? Кто его сюда притащил? Так. Ну что, это недостаточно еще высоко? Слушай, один черт туман. Я не знаю, такой путь проделали. Идешь? Да. Нам сюда, подожди. Просто смотрю на свет в тумане. И как это впишется в шоу? Да я так. Пошли. Вход в маяк. Типичный фотограф. Это просто так не выключить. Есть много пересечений между творчеством и работой за деньги. Ты уверен? С Кейт вы как-то не очень удачно пересеклись. Мы решили сейчас не трогать эту тему. Главное, чтобы работать не мешало. Закрыто. Ладно, найдем обход. Уверен? Нет. Но надеюсь. Найдем, я там тут же видела, где-то вот тут проход есть. Пойдем. Так, что? Показалось? Нет, что-то валяется. Так. Закрылся рыбозавод. Как интересно. Рыбозавод закрылся, ладно. Я не знаю, ценная ли эта информация. Ну ладно, будем просто помнить, что он закрылся. Давай, по-пластунски. Пока все так вроде спокойно, да, вот один скримак словили. А так просто ищем. Как пройти к маяку? Откуда? Вау, да ты силен. Какой-то ящичек. Когда на экране так, все равно могут брать предметы из инвентаря. А, ага. Что, закрыто? Ага, у меня вот такая штучка есть. Зажим для галстука. Как интересно. Надо не забыть. Что это? Какая-то монета. За оболы можно открыть диорамы, боже мой. Смотрите, монета. Собирать надо монетки, да? Полезная вещь. Поэтому нужно смотреть во все глазки. Извини, если кажется, что я придираюсь. Отсюда нельзя открыть? Шоу бы не было. Это не так. Я, может, за рулем. В смысле? За рулем Лонет Интертеймент. Но за двигатель отвечаешь ты. Это не так устроено. Господи, вот и хвали вас после этого. Спасибо, Чарли. Я понял.
Сейчас здесь, окажется, закрыто. Потому что там толкать нас заставляют в тележечку. Ну ладно. Это секунда. Ой. Так, а что? Как ее толкать-то? Вот отсюда. Где там? Подожди, может быть, сможем вот так поставить ее? Угу. Ой, я бы туда не полезла, честно говоря. Подумаешь, вошли словим что-нибудь. Как тебя не посадили? Музыка такая жуткая. Боже, что это? А как? А, вот. Там кто-то ломится. Какая встреча? А что это? А кто это был? Там кто-то шипел, шуршал. Так, я лучше с этой зажигалочкой похожу, ты не против? Ну отойди, блин! Дай смотреть. Это что, можно себе почитать, нет? Выскочила в окно, здесь какая-то тварь живет. Интересно, кто это? Так, ну-ка. Видео, видение открыто, взорванное. На лодке кто-то может взорваться. Врежется в камни. Не садится в лодку. Что это может означать? Блин. Ну ладно, пойдем сюда. Хорошо бы тут просто не сменить. И шторы повесить. И залить все санитайзером. Так. Двери все закрыты, наверное, да? Скорее всего. Ну пошли наверх. Ужище. Что? Что ты? Почему ты спускаешься? Пошел такой сам. Развернулся, такой, не-не-не, я назад. Странно, да, что они не испугались? Чарли, что-то мне это все не нравится. Просто у кого-то такое хобби. Не дрейфь. Ну и хобби. Это что такое? А, разные животные прибиты. Кролики, белки. Это что, ворона, да? Какая жесть. Ну вы, вот кто отсюда выбежал? Это вот интересно. Просто животное или нам стоит опасаться? Это что за хренотень? Фух. Дернулась! Что? Та штука двигалась. Ну, она как механизм у нее же там какой-то в голове, ты же видел? Фух. Я вздрогнула, хоть не заорала, ладно. Так, пойдем-ка сюда посмотрим. Еще музыка такая, ну, когда скримак прям так. Страшно. А ты что вдруг по-английски заговорил? Посмотри. Идеально. Точно. Снимай. Сделай панораму озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укрупнение на моя. О, это за нами. Идем. Пора назад. Это он? Не знаю. Я его раньше не видел. А откуда он вообще узнал про наше шоу?
Я как-то не спросил. Стрёмно. Так, ведем себя хорошо. Ведем себя хорошо. Как скажете. Здравствуйте. Мистер Лонит? Он сам. Я Грантем Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Это Марк. Марк. Эрин, Джейми. Дамы. А это у нас Кейт. Рада знакомству, мистер Дюмет. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам очень благодарны. Приятно познакомиться. Ну что же, отправляемся. Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Подожди, а что значит курс изменен? Съемочная группа встретилась с Гранью. А могу они встретиться? Не стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да, конечно. Торопится. Радостные. Вот этот чувачок подозрительный, да? Время покажет. Давайте пойдем к отелю. Держитесь рядом. Не расходитесь. Очень прошу. Здесь что, опасно? Нет. Ну что вы? Точно? Вы как-то не уверены. Вам ничего не грозит. Просто если что-то случится, до больницы добираться долго, так что осторожней. Ага, еще телефон отобрали. Муха без спроса не пролетит. Боже. Сюда. О сумках не волнуйтесь, их принесут. Промолчать. Ну, подожди, давай юмор. Вдох и выдох, Чарльз. Постарайся не выкашлять свои легкие. Справлюсь. Просто представь, что наверху тебя ждут сигареты. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. Кого он так боится впустить? Лучше спроси, кого он не хочет выпускать. Джейми. Это я так. Ужастиков насмотрелась. Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Давно? Это типа часа два. Просто вообще давно. Иди. Марк, возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру, дальше я буду показывать. Меня не снимать. Я не должен попасть в кадр. Вам понятно? Я очень закрытый человек. Чтобы не было улик. Конечно, мистер Дюма. Тактичность кредо Лонит Интертеймент. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышь, я всегда шикарна. О, ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук. И... мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому. Супер, Кейт. Теперь повернись к дому. А дом-то идеальная копия. И медленно иди. Так, все, хватит. И снято. Нам правда пора идти. Как скажете, мистер Дюме. Сюда. Ты в кадр зачем залез? А ты пока еще поснимай. Конечно. Это за вещами он, чувачок, идет. Местный мистер носильщик. Мистер Дюмет нас сильно ограничивает. Это точно. Осмотри тут пока все. Но тихонько. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает. Чего ты от меня хочешь?
того, что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? Ах ты ж черт! Что с тобой? Чего? Споткнулась о свое эго? Нужно отвезти ее в отель. Не могу пошевелить. Джейми, подтролливает ее. А че я? Ты можешь помочь. Помнишь, как в тот раз? В Глендейле. А, точно. Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. В отеле же они есть? Да, есть. Тогда идем. У них что какая-то... Идем. Своя я сценка. Потом объясню. Ага. Вспомнила актерские курсы? Да, да. Зачем это все? Территорию разведать. Ну а мы тут при чем? Я милая, а ты сумеешь хакнуть замки. Идем. За девчулек будем играть. Угу. Смотрите остров. Ну пойдем. Так, не забываем, чтобы не пропускать там где-то, возможно, монетки, какие-нибудь эй, штучки. У меня есть вопрос. Можешь серьезно ответить? Ну там, не подкалывать меня и не выставлять полной идиоткой. От тебя зависит. Ладно. Скажи правду. Шоу еще можно спасти? Как знать. Может, тут рай для журналистов, и мы найдем потрясный материал. Угу. По-твоему, есть шанс? Нет. В туфелька. Лучшем случае снимем проходняк. Но нас это не спасет. На один секрет. Туфля без каблука. Кто-то пытался спастись с острова, сломал каблук. Как их много-то. Ого. Кейт. С Джейми у нас не очень, да? Поэтому она ее троллит. Тревога. Храбрость, честолюбие, начитанность. Угу. Картина одна найдена. Ладничка. Туфелька не очень хорошая находка. Так. Как заколотился-то. Еще и это. Все замками тут обвешал. О, монетка. Монетка, монетка. Найс. Да, найс. Себе берем. О, убирайтесь, типа, да. Закрытая территория. Частная собственность, не входить. Почему не просто? А, ну тут все завалено, захламлено. Территория реально какая-то заброшенная, как будто тут лет 50 никто не живет. Он такой, если богатый, чего, мог бы как-то прибраться немножко. Ну, может, ему, конечно, это нафиг не сдалось, понятное дело. Так, я буду обшаривать все уголочки. Мало ли что. Разыщем. Предупреждения какие-нибудь, знаете, вот это вот. Пока что нам попалось только с лодкой. Будем сваливать на лодке и врежемся. Может быть так. Так, здесь вроде ничего не вижу. Ладно. Пойдем. О, мог бы сказать нам одеться попроще. Так что вы нормально одеты вроде? В джинсиках хобби. Удобно. Не в мини-юбках же и на каблуках. Чё ворчать-то? Так. Нет, вроде ничего такого не вижу. Но разойтись не могут. Шею себе не сверни. Не хочу, чтобы Марк плакал. Не какая каркай. Забота. Спасибо. А может, ей Марк нравится? Она поэтому ее постоянно троллит. Видимо, они то ли бывшие отношения, может быть, или они в ссоре. Я пока не поняла, честно говоря. Если об этом где-то говорили, значит, пропустила мимо ушей.
Так, ничего нет, только идти в дом. А у нас нет зажигалки? Нет, нету. Опа. Интересно, куда он ездит? Просто вверх и вниз по холму. Да. Но что на той стороне? Что-то типа фуникулера, да? Вагончик. Угу. Так, ладно. Пока ничего такого не нашли. Ну, кроме туфли. Темные очки-то есть зачем? Так как-то, ну, посмурно. Так. Нет ничего такого. Вы здесь постоянно живете? Прячьте. Всей семьей? Моя жена умерла. О, черт. Простите, не хотела вас огорчить. Идем, почти пришли. Не заметил. Пошли. Это идиотизм. Ничего тут нет. Ну, нет, не знаю. Значит, ничего не найдем, просто потом присоединимся к нашим товарищам и все. Не мороси раньше времени. Так. Сначала пойдем сюда. Это что такое? Как типа сгоревшее, что ли? Не черное, что такое все. Заперто. А можешь открыть? Эй, подружайка моя. Подожди, скажи, это ж можно на руку. Ну, открой. Эй, как тебя позвать? Я, короче, все кнопки нажала, она не реагирует. Ладно. Это что такое? А, вот так можно обойти. Ну, хорошо. Ой, блин, музыка не нагнетает. Что-то мне уже страшно туда идти. Скримак какой-нибудь словим сейчас. Ну, тут животное или что? Ну, зачем ты спускаешься? Вернись назад. Смотри. О, боже! Фу! Да. Ну, и следы когтей рядом. Какое-то животное все-таки здесь живет. Кого мы там слышали на маяке-то? Может быть, оно и тут есть? Нет ничего, да? Давай зайдем. Надо ей с той стороны открыть, что ли, или как? Она там ходит. Ага, картина, вижу. Ты вроде бы жилье искала. Сомневаюсь, что мне это по карману. Зато какое освещение. Круиз по Средиземному морю. 21 Средиземное. Ага, фото из отпуска. Так а что, он здесь жил? Почему здесь фото? Наблюдение за птицами руководства орнитолога-любителя по птицам Британских островов. Ну ладно. Давай и откроем двери. Угу. Вернись, там картина. Зайди обратно. Так, предупреждение 2. Отвернувшись. Нельзя какую-то женщину будет поворачивать. Я вот просто не понимаю эти предупреждения. То есть они... Какое имеют роль или влияние? Ну что, встала? Дай выйду. Моё. Еще разочек взглянем. Может быть, мы встретим этих персонажей, как знать. Девочка. Так, и женщина.
А жена-то белая, да? Она же не негритянка. Ладно. Так, будешь там стоять? Мне что, вокруг опять обходить? А меня не выпускают. Понятно. Что с тобой понятно. Я пошла обратно. Стой там. Интересно, я тут обратно-то залезу? Да, наверное. Высота-то такая же. Вот, блин. Вот что в это навстало? Иногда, знаете, прям бесит вот эта тупость NPC-шная. Почему она меня не выпускала? Странно, да, что они иногда по-английски говорят. Видимо, перевод так криво впихнули. Кто-то за ними наблюдал. Если бы я любила ходить пешком, то не переехала бы в город. В мои обязанности это не входит. Пойдем. Ворчуха ты. Так, надо все смотреть. Сейчас, подожди. Ну, мы нашли несколько странных вещей. Во-первых, труп животного. Ну, если здесь есть, ну, хищники какие-то, то, в общем-то, это не так уж и странно. Потом туфля. О, монетка. Бери, бери. Узнали, что он сказал, у меня была семья, или как-то он так сказал, этот парень-то, который нас встретил. А мы нашли фотографию семьи этой. Так, все, здесь мы все осмотрели, полезли. Три монетки за серию, не так уж и плохо, да? Напоминает говняный летний лагерь. И нашли еще картину предупреждения, вот. Так, подожди. Сначала тут. Нет, ничего нету. Давай, подруга, за мной. Какое место неприятное, да? Так. Если сможем завести и подогнать вагон, то переберемся. Подожди, сейчас все заведем. Открыть с той стороны надо. Ага. А как? Я ж туда не могу попасть. Каким образом туда надо подобраться? Сверху, может? Сейчас тут вот посмотрим все. Ага. Наверх. Ладно. Угу. Хорошо. Сейчас, подожди, еще вот тут посмотрю, что есть. Ну, что-то есть. А, еще монетка. Ух ты. Четыре монеты. Сколько? Восемь? Ого, вот это бонус. Полезно, ты уже и так нашла. Теперь сюда спустимся. Угу. И все включим. Everybody. Может, сможем его починить. Так, может быть. Вы умеете чинить вагоны? Ничего, девчонки, супер. Так, это можно открыть? Да не это. Вот там ящичек вот этот. Ну-ка, подожди. Нет? Ну ладно. Джейми,
Можешь починить? Нажмите, чтобы взять мультиметр. Джейми может использовать мультиметр для ремонта. Так, а что мне надо сделать? Так, так. Подожди. Опа. Подожди, так. Так я не понимаю, как надо сделать. Подожди. Опять неправильно. Надо просто по порядку, может быть, делать, и все. Сюда, потом вот так, потом вот это. А, ну просто по порядку, как нарисовано, короче. Ладно, это не такая уж сложная головоломка. Так, подожди, получается сюда. А теперь вот это. Нет? Тогда надо было вот эту, ну, наверное, включать, да? Так, ну ладно, ладно, ладно. Сейчас сделаем. Ну-ка. Ой, неправильно. Подожди. А, нет, нормально. Да блин. Ладно, сейчас, ребята. Что ж такое-то? Да! Я молодец! Так, нас снова переключили на эту девчонку, на Кейт. Тут ничего не надо нажимать. Вот. А там что? Слышишь? Этот мужик, который заходил за вещами, спрятаться куда? Это не хозяин для всего этого места, нет? Какой-то он странный. Так. Мы можем и тут подняться, да? Давай-ка осмотримся. Интересно, что это? Какая-то субстанция. А внимание опасно. Что он тут хранит опасно? Так. Ага, что-то лежит. Это каблук. Это что-то, оторванный каблук от туфельки. В таком разном месте, да, они валяются. Слушай, вот смотри. А, мужик-то сюда ушел же, да? И закрыто. Мы можем тут подняться, нет? Не можем. Значит, только там. Хорошо. Угу. Не нравится мне, конечно, эта тема с туфлями. Ну, видно, что сама туфелька-то такая давненько валяется. Да мне уже полегчало. Надо было немного посидеть. Я уже в норме. Мы нашли короткий путь. Мне нужно, чтобы вы делали, что я говорю. Конечно, мистер Дюмет. Теперь все здесь. Можно идти.
Друзья, прошу вас, не отходите больше от мистера Дюмета. Пожалуйста. Кейт. Ну как тебе? Жуткий летний лагерь. Ладно, мы все равно скоро узнаем, что он задумал. Не волнуйся. Узнаете. Интересно, какой ценой только. Короче, я думаю, что тот в желтом. Ага. Это боишься хозяин. Высоты? Скорее ну, всего. Да. А этот лысый слуга, наверное. О нет! Мы все умрем! Просто иди. Идиотский юмор. Господи, расслабься, Марк. Далеко лететь. Подбодрила. Ты как? Ну, ты справишься, давай. Ты сможешь. Смотри вперед, не вниз. Я знаю. Все окей. Правда? Зря посмотрел. Подожди, отношения обновлены. Помогла преодолеть страх высоты. Такая улыбочка. Ладно. Просто вода. Выплывешь. И вообще, мост выглядит надежно. Типа. Давай, помогу. Ну вот. Все, ты смог. Не смотреть. Смотри вниз. Да. Вот. Молодец. Спасибо. Ты всегда меня выручаешь, когда нужно. Пошли, догоним Дюмета. Куда все делись? Простите, дорога тяжелая. Народ, шустрее, мы теряем время. Могли бы подождать, все уперлись такие. Лицо не показывает, заметили? Ни разу еще. Чтоб мы потом быстро не спалили, кто это. Сам отель, кстати, это который просто... реально существовал, разрушили. Я не помню, в первой части вам рассказывали, нет. Его уже не существует, и там на этом месте что-то другое. Мистер Дюмет, это место выглядит потрясающе. Да. Может, выходные не зря пройдут. Привет. А ты кто? Ты чего это? Может, дочка этого? Я видела девочку. Вон там. С ней женщина еще была, стояла. Единственная фанатка? И та уже пропала. Какая же ты стервозина. Мне постоянно пишут, курс изменен. Непримиримые соперницы. Вот соперницы. Я же говорю, что-то тут не так. Так, а одно что-то мы не открыли, вот это. В этом доме все очень старое. Пожалуйста, осторожней. Как он нервничает. Чтобы это все потрясающе. Быстренько прошли внутрь. Ого! Смотрите. Просто невероятно. Да. Правда впечатляет. Могу я попросить вас всех расписаться? А это не все вещи. Не волнуйтесь, весь багаж скоро принесут ваши номера. Они косметику Кейт тащат. Эрин, сигареты? В синем рюкзаке. Располагайтесь, мы пообщаемся за ужином. 8. Мистер Дюмет, очень здорово. Я даже не знаю, как мне вас благодарить. Это просто невероятно.
Я же говорил, что это хороший план. Я был прав. Какие-то неприятные зеленые обои, да, как-то да. Цвет такой. Какая-то пожилая женщина качается. А, явился. Дела. Где ты шляешься целый день, пока я тут сижу и беспокоюсь? Пропадаешь куда-то, и мне ни слова не говоришь. Мать, что ли? Не знаю. Клепательница мозгов, понятно. Ну, дочка. Эту песню я... Прости. Напугала? О, господи! Я в трусы напустила! Как ты меня не услышала? Просто... Мне кажется, мы тут не одни. Кейт видела, как из окна на нас смотрит девочка. Вот кто это был. Девочка. У Дюмета могут быть помощники, семья или друзья. Мало ли. И все же... Это место меня пугает. Да, тут... необычно. Ты что, пела? Ой, да, я ее пою, когда страшно. Эту песню я всегда пою. Панике и страху волю не даю. Но это не помогает. Да уж. 181. А, мой, похоже, за углом. 183? Это мой. Ясно. Давай. Удачи там. Не потеряйся. Кричи, если что-то будет нужно. Спасибо. Я рядом. Нечего бояться. Хотя, слушай. Да? Давай я быстро разложусь и вместе найдем твой номер. Мне в этом доме совсем не хочется одной оставаться. Да. Давай, а то я бы заблудилась. Заселились бы в один номер, в чем проблема? Ну, подумаешь. Я бы тоже одна не стала заселяться. Как-то жутко. Так, ну вот. Что ж, тут... мило. Флирт? Да нет, давай. Самую малость получше этих японских капсульных отелей. Да ладно, могло быть хуже. Типа номера в Топике. О, искренность повыше. Ну, вот к ней, к этой девчонке, она лучше относится, да, ведь, чем Кейт. Она как-то с ней нормально такая, потом, ну, давай вместе номер поищем. Нормально. Не начинай. Я стараюсь стереть тот день из памяти. Из-за тараканов? Из-за твоего храпа. А где туалет? Стоп, что? По старинке. Фу, что за хрень? Если мне приспичит ночью, я рискую Чарли на горшке застукать. Подозреваю, мини-бара тут тоже нет. Тут ты ошибаешься. Что это? Вино. Не видишь? Мне кажется, если мы выпьем, Чарли будет ругаться, и мне будет стыдно опять. Да, он это любит. Но... мы не на работе, еще не снимаем. Напьемся, не начнем. Я ж не предлагаю напиваться перед работой в слюне. Зачем ты это делаешь? Просто пить хочу. Кстати, а ты мило злишься. Мило? Я? Я милая? Так она ей нравится, что ли, в плане отношений. Фамильярность давай, ну возьми что? Возьми мою, если микробов не боишься. Спасибо, я лучше поищу. А, дружелюбие, смотрите, я нормально так выбираю. Романтика упрямства.
Ну, она в смысле по девочкам, что ли? Я что-то не поняла. Она как-то подкатывает к Эрин, по-моему, нет? С Марком у нее хорошие отношения. Мне-то почему-то показалось, что ей Марк нравится. С Чарли норм, ну, с Кейт полёха. Где? А, кстати, я хотела... Первая любовь? Да? Да. А, вот мы и открыли. Вот это, я думала, пропустили. Ну-ка, а я хотела посмотреть... Да, по картинам пока не пропустила ничего. Хорошо. Она вон там, около стены, видишь? Ты чего? Блять. Это типа месть? Нет. Нарочно пугаешь? Получилось. А, у него астма. Обеспокоенность, давай. Все точно хорошо? А то... Ну, я же тебя еще напугала, мало ли. Нет. Но правда, ты здесь ни при чем. Я просто... пытаюсь сделать вид, что здорова, понимаешь? Как будто могу обойтись без ингалятора. Победа духа над телом, все такое. Но пыль, аллергия и прочее... Мне просто надо быть осторожней. Точно? Да, точно. В общем, да. Уютно. Будешь это пить? Все, ты отравилась. А неплохо. А ты не врешь? Пикантный вкус. Хороший год. Точно. Чувствую немного коры дуба, нотку цитруса. О! И отдельно отмечу мощный привкус старых вонючих носков. Подстава! Вот ты засранка! Ты мне все наврала! Так, ну, давай! Ладно, озорство. О, прости. А вино дрянь. Про него я соврала. Правда? Ага. Извини за то, что я сказала. Не хотела смущать. Я... Да, просто... Мы работаем вместе. А Чарли вечно бухтит, что нужно быть профессионалами. Конечно. То есть, на самом деле, мне очень приятно. Эрин. И я тоже считаю, что ты милая. Просто... Ну... Ну ладно, давай приблизимся. Романтика. Ты чего? О боже мой, я... Вот ты сучка! Да я прикалываюсь, 100 лет тебя поцеловать хочу. Просто боялась сделать первый шаг. А, ну у них взаимно, все нормально. Ой. Курс изменен. Ой, прости. Подожди, курс изменен. Поцеловались, так. Что из-за нее? Переживает из-за нее, ладно. Ой, у нас как отношения-то прокачались, обалдеть. Прости. Кто там? Сарказм, не будем враждебными. Дрочишь тут втихую, старый извращенец. Простите, я что, вам как-то помет... А с начальником можно так разговаривать, разве? Ладно. Нет, мы просто болтали. Думали, потянет ли сеть наше оборудование. Ага, да. Если дом питается от генератора, надо узнать его мощность. Мне плевать, что вы делаете. А чего бродишь? Я не могу найти номер. И пиздец, как хочу курить. Странные штуки на дверях.
Это цифры. Они идут по порядку. Это удобно. Спасибо, не помогло. Так, минут 10, и давайте потом вместе обсудим первую сцену. У нас целый вечер. Может, после ужина? Хочу отдохнуть после такой дороги хоть немного. После я вот тоже хотела это сказать. У вас 10 минут. Я думала, после дороги, но все равно ужин хотя бы. А, Эрин, я осмотрел в синей сумке. Сигарет нет. Я их туда положил. Так найди. Может, кто-то из нас дальтоники не знает, какая сумка синяя. Нифига ты это. Ну ладно, давай. Продолжение следует? Да, обещаю. Романтику качаем. Нет, ну что, если они найти комнаты. Друг другу нравится, почему бы и нет. Видели, Эрин зелененькая стрелочка, то есть у нас прям хорошие отношения. И еще я вот думаю, как это повлияет в будущем, может быть, на спасение кого-то из них, потому что, ну, романтика там. Если бы мы, может быть, этого бы не делали, одна другой не помогла бы в какой-то ситуации. Посмотрим, посмотрим. Не могу пока ничего предсказать. Это кто? А, лысый мужик. Это куда это они? Они свалили с острова? Куда это они? Ну, он нас сюда привез, заманил и сдриснул, похоже так. Зачем она эту фигню пьет? Она же невкусная. Так, это очень подозрительно, что... Дружище лысый уехал с ребенком. Мужичок в перчаточках. Это водитель, наверное, который их привез. Так, ребята, там было сохранение. И серию пора заканчивать. Пишите, пожалуйста, обязательно комментарии. Читаю все до единого. Стараюсь отвечать. Очень интересно. Как будут развиваться дальше события? Пока сложно как-то предсказать, да, что будет. Но оторваться нереально от этой игры. Все, ребятушки, спасибо вам за просмотр. И скоро увидимся в продолжении. Пока-пока.